Меня зовут Егор Захарченко. Мне почти 17 лет. Я из города Выборга, Ленинградской области. Мой город очень старинный, город воинской славы. С детства я занимаюсь пением и игрой на гитаре, а свою жизнь я хочу связать с информационными технологиями. В будущем я мечтаю усовершенствовать систему отопления нашего старинного города, что позволит экономить средства в огромных количествах, а также систему водоснабжения и очистных сооружений города, что позволит сохранить экосистему региона, пустить в дома чистую воду. А программа по реставрации города сохранит его для моих детей и внуков. Именно поэтому в проекте я выбрал направление «Создавай будущее».